Младенца Батыра родила жительница Уральска. Вес малыша составил 6 килограммов 170 граммов, а рост 63 сантиметра. Врачи городской многопрофильной больницы рассказали, что роды прошли естественным образом. Мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. К слову, мальчик третий в семье. Первые двое появились на свет весом 4,5 килограммов. Новорожденному уже нужен третий размер подгузников. Да и одежда ему нужна, как для 8-месячного ребенка. Педиатры будут внимательно следить за состоянием его здоровья. Родила самостоятельно. Состояние на данный момент стабильное, что ребенка, что мамы. Планируется на завтра у нас на выписку. На родах присутствует бакушер-гинеколога, бригада неонатологов, то есть весь состав отделения работал вместе с ней. Учитывая, что есть фактор риска, крупный плод, есть фактор риска кровотечения,